Вход для учащихся и родителей осуществляется через портал городских услуг города Москвы. Для входа на портал городских услуг вы можете воспользоваться поисковыми системами либо ввести в адресной строке браузера pgu.mos.ru. Если у вас есть логин и пароль для доступа к порталу, нажимайте кнопку «Войти». Если логина и пароль у вас нет, нажимаете «Зарегистрироваться». В появившуюся форму вводите данные для регистрации.